Всем привет! Сегодня сделаем самоделку из кусков фанеры. Для начала отмечаем квадрат на нашей фанере. Теперь задача найти центр. В центре сверлим отверстие под болтик М8. Все стягиваем гайкой и зажимаем в шуруповерт. Включаем и выводим на этой фанерке круг. С помощью лобзика выпиливаем наш круг. Теперь немножко нужно его отшлифовать. Одеваем на УШМ шлифовальный диск лепестковый, включаем шуруповерт и потихонечку выравниваем края у нашего деревянного круга. Также немножко воспользуемся напильником, в общем, всем, что попадется под руку. После чего нам нужен еще один такой же деревянный круг. По шаблону вычерчиваем вторую часть, выпиливаем лобзиком и склеиваем их вместе. Стягиваем с помощью струбцин и нескольких саморезов. По центру делаем более толще отверстие, устанавливаем на шлифовальный станок и делаем ровным. После всех процедур вышел вот такой вот незамысловатый кружок. Давно у меня валялся валенок, точнее верхушка от валенка. Сейчас как раз она мне понадобится. Одеваем валенок в наш круг, все лишнее отрезаем, делаем ровно по краю. Другую часть валенка, оставшуюся, прикладываем наш круг и отмечаем линии реза. И теперь с помощью клея момента приклеиваем наш валенок на наш деревянный круг. Дадим подсохнуть. Все лишнее отрезаем ножницами, чтобы было более красиво. Ну и, конечно же, покрасим, чтобы выглядело эстетично.
Ну, в итоге у нас получился вот такой вот диск для пасты Гоя. Сейчас мы его испытаем. Нету, правда, пасты Гоя, но мы его зажмем, попробуем просто полирнуть чуть-чуть. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, пишите комментарии, я всегда на связи. До скорой встречи, до скорой самоделки.